Ну что, ребят, вы уже на каникулах или как, мы еще ходим в школу? В нашей американской школе мы учимся до 3 июня. Так что еще неделька, и больше подъем в 6 утра не будет. Ну а пока из последних новостей хочу вам рассказать, что меня удивило в американской школе. Сейчас только Тася позавтракает, я ее отправлю в школу, и вы узнаете, что мне нового рассказала Тася. На днях учитель решил, что 4 класс надо разделить на мальчиков и девочек, чтобы преподать урок полового созревания. Для девочек учитель рассказал, что такое женские дни, как они проходят и какими средствами личной гигиены пользоваться. Мне в свое время в школе об этом не рассказывали, не знаю, как у вас. А еще из последнего сказали, что если мальчик себя чувствует девочкой, он может ходить в женский туалет. Для меня лично это дико, но Тася растет элитарной девочкой, поэтому она сказала: мама, это все нормально, каждый имеет право быть кем он хочет.